Hey, yo, guys, вы шумки, мы продолжаем родить игру под названием Sword Guy. Sword Knight. Так, в прошлой серии мы исследовали с вами почти полностью город, встретили полуяблок, короче, короля Рыблока. И теперь у нас два варианта. Либо пойти на призрака, двор кровопийца, либо пойти к королю. Я предлагаю лично пойти... А, чтобы сюда попасть, мне нужно обязательно рыцаря первого убить. Ну, давайте на рыцаря пойдем. Время копать. Чем-то на Кастельвании немного похоже. То есть я кусты могу поднимать. О, теперь нужно черепа искать. Ой, блин, не заметил. Нифига, что он умеет. Электрошопа. Интересно, его убить можно? Короче, понятно, призраки бессмертные. Ого-го. Черт. Ой, блин, стой! Зараза! Да ё-моё! Подожди, мне нужно... Блин, минус деньги. И минус еще и жизни. Фух, успел. А, вон оно что. Я понял. Я понял. Ай-яй. Это разбивается? Подожди. Это можно разбить и получить за это деньги? Ну блин, я теперь туда не залезу. В натуре я типа разбиваю, но... Сохранялка уничтожается. Ладно, пронесло. Давай, пускай оно еще исчезнет. Давайте быстрее. Зашибись. Короче, пошел я, наверное, обратно с этой локации. А... Ясно. Да ё-моё. Как мне это провернуть? Я залезть теперь не могу.
Жесть. О, хорош. Давай сюда. А дальше? Дальше ясно. Я тупой. Ладно. Значит, на лол хп пойдем к боссу. А, офигенно. А я еще уничтожу. Ты ж ё-моё. А ведь он в натуре сломался. ГГ. Просто у меня сейчас в голове мысль, за что? Ясно. Минус просто до хереща денег. Еще деньги выпали. Ну блин, я там все равно до хера потерял. Один фиг. Мне просто обидно, там было два алмазика этих по 200. Эта локация мне вообще ни хера не нравится. Так, ну я там сверканий никаких не видел. Все, ладно, сейф зона. Да, ё-моё. Хорошо, хотя бы у меня есть сейф. Я не умею плавать, да? Хорошо, что я в воду не прыгнул. Не проверил, что там. Ну короче, зато я понял, что если я сломаю круг, я не смог просто воскрешаться около него. Ага, подожди.
Блин, ну и как мне тогда это провернуть? Подожди, могу сделать сейчас снова надгробие? Могу, найс. А, блин. Мне нужно очень... Мне нужно очень быстро все это провернуть. Ну, вы, короче, поняли примерно, что мне нужно сделать. А ну-ка. Зараза. Нифига себе. Вот эта зона очень опасная. Оказалось. Что происходит? Короче, понятно. Стоп! Придержи! Я несу дары. Постой, у тебя нету места. Разыщи меня, когда разбудишь пустой кубок. А нафига мне вообще кубки? Шипы ваншотят? Чего? А кто мог знать, что шипы ваншотят? Ну теперь я знаю. Теперь я очень хорошо это знаю. Буду знать. Вот и все. Да ну нет. Целый хп мне отнял. Мне не очень нравится эта локация. Вообще не нравится, потому что я нифига не вижу. Еле-еле.
короче, держу шопу. Допустим. Так, у меня два прохода. Блин. Окей, сохранюсь. Опа. Какой-то супер сундук. Деревни или на поле лучше цены только у меня. Ни за что не угадать, что я нашел в этом сундуке. Хочешь посмотреть? Давай. Хочу. Ну я хочу. Фазовый амулет. Вы избежите любой опасности ненадолго. Покупаем, да. Вы избежите любой опасности ненадолго, даже по шипам ходить можно. А вот эта вещь очень хорошая. Как-то не очень она долго работала. Сколько там, секунды две? Пока что буду как оружие держать этот. Ну блин, там у босса до хера хп. Допустим. Ладно, обратного пути у меня уже нету. Блин, я призраков этих ненавижу. За что их видите, их даже... Ох ты ж, ё-моё! Нифига себе, упал. Натуре? Я на... А я уже назад не смогу выбраться. Ох, ладно. Так, а теперь осталось... Хорошо, стою.
Я не вижу, куда меня прыгал. Окей. Так, как я понял, я все-таки к боссу пришел. Ну, полетели. Но у босса хп дофига. Призрачный, здесь не место для живых смертный. Тебе призовут, когда придет время. А время приходит для всех, как показывает твоя дорогая щитовой рыцарь. Вздор! Я не верю рассказам фантомов. Ваше существование лишь гнусный обман. Хе-хе, чародейка полна сюрпризов. Она даровала мне новую... Чтобы я забрал твою. Новую жизнь, чтобы я забрал твою? Алло, я запрыгнуть не могу. Воу-воу-воу. Мне нужно... Как кидать? Как кидать? Как кидать? Я не понимаю, как кидать. Подожди, пока что... Ой, я упал. Подожди, а это мне нужно сейчас будет успеть забрать то, что там. Хорошо, что я до конца все эти кристаллы не ломал. Да ё-моё, да за что? Надо привыкнуть к его... Вот он, видите, у меня касанием урон наносит еще плюс. Блин. Ну, режим бессмертия, я не знаю, стоит мне врубать или нет. Вот, ну скажите, ну что меня должен был делать?
Да. Найс. Офигенно. Хотя здесь есть мертвая точка в углу. Я просто могу в углу сидеть и все. Офигеть. Ну ладно, я нашел тактику. Когда он кидает сверху, просто телепортируешься и убиваешь. Тут, в принципе, можно за два захода такие сделать, и все, его нету. Интересно, что теперь? На этот раз нам нужно будет снова ловить девушка щита. Нет. Да ладно. Подвиг совершен. Только ты. О-о-о. Значит, я тогда тоже мог потушить. Это что за рыцарь? Короче, я не знаю, что это за рыцарь. Давайте, я думаю, на этом закончим. Сходим к рыцарю, а потом пойдем в замок. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.